Всем привет, друзья, с вами Дэнни. Сегодня хочу показать вам игрушку Observer. Киберпанк со смесью хоррора. Надеюсь, геймпад работает. Ну что, начнем. Насколько я знаю, игрушку давно все ждут. Ну, честно, я даже не знаю, что это за игра. Поехали. Кракаш. Что такое Кракаш? Да, я здесь. Я тут в машине. Это уже игра? Это уже игра. Блин, графика, конечно. Мне нравится. Кому ответить? Где? Ага. РТ. Кто говорит? Привет, я здесь, да? Ага. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Tidy heart. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Dan. Have you taken your meds? Ух ты, выбор ответов. Подожди, я осмотрюсь. Я детектив, насколько я знаю. И что я здесь делаю? Пока непонятно. Ладно, давайте разбираться. Время 10:04. Пока нет. Do it now. I need you in good shape. Так, нажмите Y. Ну-ка. Ты бой. Дэниел Лазарский, Citizen. Б. Пока непонятно. Принять таблетку. Он ее прямо из руки принимает. Господи, геймпад просто трясется. Ну все, я скушал таблетку. Что же, мне нравится, конечно, сидеть в машине под дождем. Ух ты, можно прицеливаться. Какой интересный велосипед. Мне нравится сидеть в этой машине, но я хочу побегать. Выпустите меня. Давай. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Что такое? Careful what you say. This is a monitor channel. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me, Dad? What happened? Where have you been all this time? Away from you. It's funny. I thought it would be easier to hear your voice after all these years, but it really isn't. Come on, Adam. Don't start. I really thought I could pull it off. You know. I was so close to making a difference, to setting us all free. And now it's can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are. I'll come and get you. Shit, Dad. For once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control, Adam. Can you hear me? You still there? Adam! God damn it. Dad? Dad? Matriarch, display caller ID.
Displaying now. Krabinski? That's new. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Ну что ж. Ух ты. Какая гадость. Значит, у меня есть сын Адам. И похоже, он хакер. И живет где-то в трущобах. А еще и детектив в кибергороде. Что за гадость? Похоже, игра стоит своих денег. Червячок. Пока мне нравится. Пока я не понимаю ничего, но мне все нравится. Гитлер. Насколько я понял, игра про страхи. Про страхи людей и вселение в эти страхи. Честно, очень противная заставка. Все эти трупы, все эти червяки. Кракаш. Опять. Ух ты. Ну это прям чистый киберпанк. Надеюсь, мой компьютер вывезет. Ну да, неплохо. Присоединяйтесь сейчас. Здравствуйте. Вы следите за мной? Exit. И он, как обычно, не работает. Добрый день. Я не помешаю? Что это? Туда нельзя? Привет. Я тебе мешаю? Ну ладно. Опа. Здорово. Ты ж наполовину пришитый. Так, подожди, я осмотрюсь. Здесь ничего, здесь ничего. Похоже, мне придется с этим поговорить. Сейф? Нет, не сейф. Выключи свой пылесос, он мешает мне говорить. Нужно уходить. There, а, так он не живой. Tenant. Что, да? Ну да, я жилец. Sort of. Name. Лазарский, Грабинский. Грабинский. Леон Грабинский. Tenant. Тебе не так-то легко перехитрить. Точнее, не так-то просто. Не так уж сложно. Пытаюсь читать и говорить. Ладно, эти все лево, направо. Я думаю, разберусь по ходу. Так, журнал обновлен. А где он есть? Пылесос, подожди. Прикольно. Скатал. Зачем здесь ступеньки? Ладно. Попробуем. Нет, это не то. Пока ничего не работает. Толкаем. Ну. Ага. Ух ты. Attention, город? Curfew is now in effect in all classes. Как это он странный. Remain in your apartment.
holographic contact. Thank you. Оставайтесь в квартире, наслаждайтесь развлечениями. Воу. Что происходит? Кто-то летает. Тату. Сделайте мне тату. Никто не хочет мне ничего делать. Птички. Ну что, пошли. Ух ты, камера. Толкаем. А это открывается? Нет. Пока меня чисто направляют. Будет ли свобода? Здесь не открывается. Там кто-то есть? Так, а мне нужно найти Адама. То есть моего сына. Везде провода. Весь этот киберпанк. Честно, я даже в Трон не играл ни разу. Ведь далеко от этого. Но вот хоррор мне понравился. Ты пытаешься засунуть бутылку в рот? Поздравляю, тра-та-та-та. Закрыто, закрыто. А куда же мне идти? Может быть, да. Нет. Это была единственная дверь. Блин, наверное, все-таки надо было слушать того парня. Закройся. Серьезно. Вторая. Третья. Мне кажется, я застрял. Все было так просто. Шестая. Эй, бибой. Можно присесть. Ну-ка, управление. Так, это у нас мой бибой. Закрыть. Присесть и все. Оп. Что? Что какого черта? Что тебя смутило? Мусор? Присесть. Кто меня просит? Не понял. Все красиво падает. Очень похоже на портал за кулисами в киберпанке. Адам? Да ладно. Походу меня обманули. Опа, меня закрывают. Dispatch, this is Nazarsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great, fucking great. Да вообще прекрасно. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. Все, ты успокоился? This is Lazarsky 656210, setting up a crime scene. Место преступления. А, ну я же детектив, конечно. Электромагнитное зрение, ну давай проверим. Компас. Это непонятно что. Victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. Блин, как интересно. HN. Gotta start somewhere.
киберзрение. Нет, вот киберзрение. А это биозрение. И я должен найти улики. Хорошо. Надеюсь, это не Адам. Интересно, это солнце? Походу, нет. Так, давайте осмотримся. Куча дисков, комоды, папки, провода. Ух ты, да у него тут целая ферма. Что ж ты пьешь? Милко. Так, здесь ничего, наверное. Кухня. Блин, графика, конечно, шик. Что по телеку? Ничего. Кровяшка. Давай посмотрим. Ага. Все сводится только к этой комнате. Что ж такое? Printed on real paper. A little archaic for you, Adam. Очень интересно. Я нашел книгу. Настоящую книгу в киберпанке. Что ж, похоже, это не то, что мне нужно. Давайте посмотрим. Кровь. Кровь. Кровь мы уже посмотрели. Что это? Это тоже не посмотрели. Что там было? The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Зачем убийца голова? Странно. ID check failed. Time of death about an hour ago. Ты целый час сюда ехал. Бедняга. Компас. А компас я посмотрел? Да. А это что? 6 миллионов вольт. Да, ой, сколько всего. А нет. А да. Collateral damage or evidence disposal. Так, это что? Процессоры. Intel Core. Что у нас тут? Ага. Подожди. Она двигается как в пенумбре. Приходится зажимать и двигать. Так. Подожди. Это у нас... Так. Да что ты. Это у нас материнка и... Что мы видим здесь? Я вижу только беспонтовый кулер. Что это? Так, я уже облазил все, что можно. Опа. Бинго. Бинго. Здравствуйте. И что тут за код? Так, ладно. Что-то мне подсказывает, что код... Вот он, код. 1984. И да, я облазил уже все, что мог. И не поверите, вот то, что нужно было найти. Да. Я потратил около 15 минут на поиск всего лишь одного циферблата. Так. 1984. Что же, это было сложнее.
подожди. Ух ты. Кто ты? Ты существо? Куда тут нажать? Отвертки. Походу, это его стол. Жесткий диск. Прикольно. Так, что это у нас? Какие-то пилюльки. Ух ты. Так, я им тоже пользуюсь. Ничего себе. Так. Персональный компьютер. Друг, мне тебе жалко. В таком мире живешь и такой персональный компьютер. Так, ад в центре. Так что же случилось в центре, я не понял. Какой-то взрыв. Трагическая случайность. Я, наверное, не буду все это читать. Прочитаю потом. Ну, если кому-то нужно, можете поставить на паузу и посмотреть. А не знаю. Я знаю, что ты занятой человек и все такое прочее, но нам нужно поговорить срочно. По-моему, они следят за мной, на этот раз по-настоящему. Я почти уверена, что вчера кто-то шел за мной до дома. И сегодня я видела этого странного парня из окна, он просто стоял там. Если ты не можешь гарантировать мне мою безопасность, то я выхожу из игры, мне и так проблем хватает. Хэн. Кто такой Хэн? Пока наш маленький ослик тащит повозку, не надо. Что-то непонятное. Ладно. Документы. Поврежденные. Все повреждено. Внутренняя безопасность. Походу, это то, что мне нужно. Открыть ворота. Все, валим. Но, походу, это не мой сын. Прости, мне нужно уходить. Кажется, я промахнулся. Так. You're still alive. I know it. Я думал, это он про труп. Эй. Здорово. Птичка? Птичка? Ты единственное живое существо. Куда? Это ты со мной говоришь? Навряд ли. Так что это было? Откуда вы взялись? Не пытайся ее засунуть. Куда подойти? Эй! Закрыто? О! Нет, это туалет менее приятный. Просто решил попробовать. Так.
И все-таки. Тут что, кроме туалета больше ничего нет? Ладно. Закрыто. Ты куда меня звал? Угу. Здесь. Откуда здесь дырка? Тут кто? Халк пробежал. Похоже на зеркало, но это окно. Хоть бы что-нибудь оставили. Что это? Непонятные. Непонятные действия он делает. Ладно, столько всего нужно постичь. По-моему, здесь не хватает ремонта. Так. Я нахожусь здесь. Так, это коридор? Что за глупость? Взломать. Ну вот, можно было взломать тот замок, а я ходил тупил. А может, нельзя? Так как он меня позвал через столько дверей? Очень дружелюбно. Открой. Не хочет. Что это? Ты напугала меня, машинка. Это эта машина? Точно? Дверь открыта. Тут есть живые люди или нет? Версия 1.2. Похоже на приставку Dendy. Ладно. Вау. Хороший столик для... стиралка. Точно, квартира стримера. Не верьте лжи. Та-та-та-та-та. Очень долго, поэтому читайте. Прекрасно, поехали. Уровень 1. Я обожаю игры в играх. И у меня есть дочь. Нет, все. Напишите в комментариях, что будет, если пройти полностью. Что это? Ого, парень. Это переходный возраст? Зачем? Мне не нужна эта картинка. Очень уютно. Ну да ладно. Ого. Это поворот. Написано удалить свои импланты. Блин, друг, извини.
Я не думал, что переходный возраст так. Ладно, я пойду отсюда. Что же, игра повернулась резко. Это моя любознательность. Надо почаще заглядывать. Это комната консьержа. Давай осмотримся. Блин, ребят, да у вас какие-то проблемы. Зачем мне эти картинки? Синхрозин. Кто-нибудь мне объяснит, что такое синхрозин? Хороший монитор. Опа. Пятюнька. Нет, всего лишь похоже. Опять этот парень. Самолетики. Что ли здесь? А, зрение. Я и забыл, что им можно пользоваться. Хотя зачем? Абсолютно ничего не меняется. Что это? Понятно. Никому не понятно. Синхрозин, ты что толкаешься? Опа. Вы же нормальные? Вы же не деретесь? Я же детектив. Я не должен бояться никого. Ух ты. Сколько вас тут? Ваши друзья там потерялись. Ладно. Закроем, чтобы не залетали. Эй! Друзья. У вас там труп. А, так это вы. С вами я знаком. Эй! There you are. Конечно, помнишь, я полчаса назад приходил. You keep records of your tenants. I need to match your name to an apartment. Register. Office. Authorized. Personal. Да ты что, я только что оттуда. I'm police officer. That's authorized enough. I know what you are. Oh yeah? Back during war, took one alive, sent for one. Откуда ты меня знаешь? No few. To get into his head. You fought in Давай the big узнаем. One. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Barreled through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. А можно задать тебе вопрос? Почему твой робот качается, как будто дышит? Он же робот. Такого вопроса нету. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, tin man. Let me know if it comes back to you. Железный человек. Да он наполовину обычный человек. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. Rudy? Привет, you Rudy. Think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. Old implants.
Tech Head Rudy is the robot? Да, Руди. Function service and maintenance. Drone. Don't lose it. Ты мне его даришь? What? Wanders off. Sometimes. У тебя очень странные разговоры, парень. Тебе надо обратиться к психологу. Или к инженеру. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. Ну что, ты пустишь меня? Anyway, how about you show me that register now? Bennett. Name. All I have are initials. H and... Хитрец, с письма своровал. N. Match. Two entries. Elena Novak. Apartment. 104. Hannah Nader, 106. Thanks. I might need to see the register later. Can I use your office? You can. Office. Unlocked. Don't make a mess. Okay. I'm gonna go nose around. Can you give me access to the rest of the building? Assistance. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. Sorry, I didn't even get your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a... Roman god. Ну пусть будет Janus. Good to meet you, Janus. Stay out of trouble. Out. 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 А он тебя коротнуло. Можно я уже пойду, друг? Спасибо. Итак. Что от меня требуется? Ага. Смотреть квартиру. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, остановимся. Первая серия подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Игра действительно интересная и... завораживающе красиво. Ставьте лайки, подписывайтесь. Думаю, продолжим завтра. Всем спасибо.